тема «Свет и тень» в акварели для меня самая любимая, самая необыкновенная, самая вдохновляющая, потому что я считаю, что именно в этом материале, в акварели, в технике акварельной, можно больше всего показать вот этих световых нюансов, вот этого обилия теневых рефлексов, в общем, все-все про тени, все-все про свет. Почему? Она прозрачная, может быть и контрастная, может быть и полупрозрачная. И в зависимости от того, какой слой вы нанесете, покажет этот свет. Еще несколько работ. Предыстория такая небольшая этой темы. Если вы писали летом картины, осенью, как я это делала, я сравнивала освещение летнее и осеннее, и чувствовалась эта разница. Осень, она более контрастная и более яркая, созревшая. Вот это одна из первых работ, которую я посвятила, ну вот, изучению, вот это вот более глубокого изучения света и тени. И, конечно же, в этом мне помогали предметы, это цветы, плоды, созревшие осенью. И по некоторым работам, вот чередуя вот эти, вот это время осеннее, например, в сентябре солнце одно, и те натюрморты, которые я писала в сентябре, отличаются от натюрмортов, которые я писала в ноябре или в октябре. Вот этот свет, он, вот, например, вот сентябрьская работа, чувствуется еще это тепло, особенно у нас в Бресте, Беларуси. Такое жаркое, оно осеннее, но оно еще очень жаркое. Постепенно в работах этот свет уходил, уходил, и появлялась более такая глубина цвета. И это было очень интересно наблюдать, изучать. Вот еще одна работа. Она уже была написана позже, это был уже конец октября. Съемка была на улице, то есть я во дворе у себя ставлю натюрморты, и... Ну, воздух, помню, какой был холодный. И свет уже не такой контрастный. Но, несмотря на это, все равно он здесь есть. Вот небольшие такие вот участки теневые создают контраст, создают объем. Это было, с этим было очень интересно работать, изучать, подмечать вот эти все изменения в природе. На что здесь обратить внимание? Во-первых, очень яркий передний план, холодный, только дальний план, видите, такой сиреневатый немножко, и именно вот эта граница держит, то есть картина не полностью вся горячая, такая яркая, то есть присутствует небольшой элемент вот холодного фона, и это очень собирает вообще всю работу, композицию, по цвету особенно.